У вас есть вопрос к подсудимому? Нет. А у вас? Нет. У вас защита есть вопросы? Нет, у меня нет. Прокурор, есть вопросы к подсудимому? У меня есть вопросы к подсудимому. Киреев, скажите, вы же намеренно лазали по чужим карманам. А сколько вы мне карманов шьете? Но вы же понимаете, что вы залезли в чужой карман? Я случайно. Подумаешь, трёха. Трёшка проклятая. Не трёшка, а 4 рубля. Ведь пострадавший живет на эти деньги 2 дня. Ведь это все равно, что у голодного отнять кусок хлеба. Я не знал. Простите меня. У меня вопрос. Скажите, Киреев, были ли у вас раньше приводы в милицию за воровство? Нет. Зачем же вы лжете, Киреев? Я не лгу. А кто под видом сбора макулатуры унес из квартиры банку варенья и книжку? Я почитать. А грезы тут сильные, без вопросов насилия. Есть угрозы насилием, и угрозы скусили ли. В мусоровозе в Бастилию, чтоб слепили из вас его силия. Просто Филя, бля. А наши имена Леха, Добрыня, Илья. Угадай фамилии. Чист ухожен, не ложка дегтя, чем что-то в ложке. Пусть нос заложен, чем сам заложник. Если быть сапожником, то охуенным сапожником. А я принял на веру, что темная сила одета в темно-серое. И послать твою душу на тот свет, бля, повоспитаннее, чем послать ее к херу. И если их дело шить дела, то мама меня не для этого тут родила. Если цель мы, цель досягаема. Но если невиновны, мы нафигаема. И я причин сомневаться не вижу в том, что разъебать мне бошка нихуя не лишнее. И ввиду моей мелкой комплекции на мое мертвое тело мелка уйдет поменьше, блять. А сосед сменить режим решил на спортивной пробежке, брусья и жим. А я чист ухожен, сменил свой режим, да и костюм построже. А грозы тут сильные, без вопросов насилия. Есть угрозы насилием, и угрозы скусили ли. В мусоровозе в Бастилию, чтоб слепили из вас и Василия. Просто Филя, бля. А наши имена Леха, Добрыня, Илья. Угадай фамилии. Из хаты в хату, от брата к брату. Голова для травмата вата. Ума нема или ума палата. Не Колыма, но далековато. И в то, что мы не виноваты, мы убедили только адвоката. В салоне кровь, в багаже лопата. 320-й лупатый. Мам, загадай, чтоб я выстоял. Мам, нагадай мне амнистию, этот сиди. Снова для тех, кто сидит. Мама, меня роди с куполами на груди. Мы на вид не ликвидны, видно. И мне быть женихом, но не быть завидным. И мне открыты двери в те заведения, что для людей с плохим поведением. Надя купила питательный крем для кожи, и только крем питает надежду, похоже. Стиралка сменила режим на отжим. Я свой режим на режим построже. А грозы тут сильные, без вопросов насилия. Есть угрозы насилием, и угрозы скусили ли. В мусоровозе в Бастилию, чтоб слепили из вас и Василия. Просто Филя, бля. А наши имена Леха, Добрыня, Илья. Угадай фамилии. В отделении родильном, как в отделении полиции, нас повязали насильно, и никто не шевелится. В отделении родильном, как в отделении полиции, нас повязали насильно, и никто не шевелится. И никто не шевелится. И никто не шевелится. И никто не шевелится. Улыбаем лица. Улыбаем.
улыбаем лица. Улыбаем лица. Улыбаем лица. И никто не шевелится. Вам предоставляется последнее слово, Киреев. Встаньте, пожалуйста. Встаньте, Киреев. Вам суд предоставляет последнее слово. Ясно? Дайте поменьше.